Ну что, продвижение еще одного канала русскоязычных блогеров. В данном случае Денис, хоть он и русскоязычный, тоже, как и я, живет не в бывших странах СНГ. Но он уехал недалеко, всего лишь в Финляндию. И иногда приезжает на бывшую родину. Или точнее, ну, на родину, наверное. Но это не важно. Учитывая, что он живет в Финляндии, у него там есть оружие. У него, самое главное, есть дети, которых он приобщает к общению с оружием и владению оружием. Правда, я думаю, в будущем его дочь будет приобщать уже его. Поэтому для тех, кто интересуется, как может жить семья, где стреляют не только взрослые, но еще и дети, и при этом не находясь в Америке, где это стандартная вещь, а в Финляндии, то есть куда можно доехать из России, а из Питера вообще можно докричаться без телефона. Ну, я же сам питерский тоже, так что в Хельсинках это близко, я там был. У него дочь занимается стрельбой IPSC. И сейчас достигла уже определенных вещей. Но о деталях я советую просто сходить на его канал. Ссылку на канал я, конечно, вам дам. Название вы здесь видите. Я вот и не могу понять, это Ден Ив или это Денис Четвертый. Это я над Денисом издеваюсь немножко так, по-доброму. Так что садитесь к нему на канал. Подписчиков у него всего мало. Канал уже 5 лет. Так что давайте, добавляйтесь туда, подписывайтесь. Будете смотреть, как дети стреляют из оружия. Причем у него и сын, и дочь стреляют. А дочь вообще сейчас завоевывает много чего при практической стрельбе. И у него там появляются на эту тему видео. Так что присоединяйтесь, говорите Денису, как хорошо видеть, что его дети стреляют. И ради юмора можете над ним подшучивать, что дочь его стреляет уже, скорее всего, лучше папы. Ну, по-доброму, пожалуйста. Ну вот, такой вот краткий обзор еще одного русскоязычного канала. Я буду пытаться такие видео делать раз в неделю, раз в две недели. Как получится? Потому что я сам хочу понять, что рассказать об этих каналах. В данном случае мне самому много чего было интересно, смотрю на такие вещи. Как бы с удовольствием. У меня детей, как вы понимаете, нету, но племянников-племянниц я в стрелковое дело вводил. Конечно, родители у них не стреляют, оружия у родителей там в семье нету. Но хотя бы несколько раз со мной в тир не сходили. Так что с моей точки зрения, это очень хорошо, что есть люди, которые вводят молодое поколение в область оружия, потому что это наше будущее. На этом все. Спасибо за внимание. Смотрите канал Дениса. Ссылку на него вы увидите справа наверху и также в описании видео.